Замість березня, вересень, театральний фестиваль Січеславна завжди проводили навесні до міжнародного дня театру. Але 2020 рік особливий в усьому лауреатів найпрестижнішої театральної премії «Придніпров'я» визначили тільки зараз. Актуальне інтерв'ю сьогодні про складнощі і радощі театру в умовах пандемії. Говоримо з людиною, яка знає про Січаславну все і навіть більше. Олександр Шароваров, голова Дніпропетровського міжобласного відділення національної спілки театральних діячів України, заслужений працівник культури. Пане Олександре, я вас вітаю у нашій студії. Над театрами знову зависла загроза з понеділка. Саме Дніпро обласний центр буде в помаранчевій зоні ковід. І тому перше питання, мабуть, настрій з цього приводу який? Настрій бойовий все одно я знаю одне, що як би там не було, історія показує, що епідемію чуми перемогли карнавалом. Тому я вважаю, що театри ну, справді дійсно будуть працювати. так. Знаєте, все одно будуть працювати. Сьогодні прийде карантин, завтра він зніметься, але театри існували і будуть існувати. І більш того, то що я, наприклад, побачив на Сячіславні, глядачі приходили на всі вистави: і в Запорізькі, і Кривому Розі, і Павлограді. І більш того, це да, це та категорія глядачів, яка в принципі нічого не боїться. Вони приходять спокійно себе Відчувають на виставах, тому я думаю, що це все мене. Добре, давайте згадаємо все ж таки березень, підготовчі заходи. Майже все було готово, і ну так стається: всеукраїнський карантин. Да? Що почу, що відчували в той момент? Нам місяць, на півтора і все влітку проведемо. Нет, мы, сра мы сразу, практически сразу запланировали проведение именно на сентябрь, потому что мы понимали, что март месяц, если закроют, то потом к окончание театральных сезонов, то есть практически летом никогда не проводятся никакие там фестивали театральные, потому что все с июня месяца театры практически все закрывают, поэтому это сразу было запланировано. И вот эти даты, они даже, даже мы сразу договора подписывали на перенесение мероприятия, нас вот с 18 по 28 сентября, и, и так оно. Но все и сложилось и как раз мы вот успели закончить Знаете, да э, я смеялся говорил, мы договорились то есть 28 числа в 12 часов ночи был введен только желтая зона а так мы провели полностью фестиваль в зеленой зоне но ну, молодцы але еще э, так гипотетично э, ну, даты есть и были бы уже в помаранчевой в червоной зоне, проводили бы онлайн или скасовали бы в уже? Я думаю, что отменили бы, потому что у нас даже было обсуждение направлений Союза театральных деятелей, и было сказано, что если мы не укладываемся в сентябрь месяц, то, скорее всего, мы его отменяем вообще. Потому что даже сейчас то смещение, которое произошло, понимаете, ведь на фестиваль Сечеславна выставляются премьерные спектакли последнего года. То есть, получается, уже полтора года. И сейчас у меня, например, следующий вопрос а следующая 29 Сечеславна, она должна быть уже в марте или теперь ее вот на год переносить? Все-таки я считаю, что ее надо будет проводить в марте, поэтому мы надеемся, что опять же к марту все специально к нашему фестивалю все уже успокоится и никаких карантинов не будет. Ну, пропоную поговорить и про жюри, как оно працювало. В сюжете 9 канала прозвучало, что одна из выстав началась она ведь у 23-й годині. Да, было такое. И актеры играли, и жюри дивилось, а глядач. Цей да, був. был, были. Это был был кривой Рог, город кривой Рог, театр, академия движения, э, спектакль. Э, по мотивам скифских легенд. И действительно так получилось. Просто там получилась чисто техническая накладка. Дело в том, что на следующий день в городе Кривом рагу должен был быть день города, который состоялся. И театр там принимал участие. Они, в общем, должны были и там, и тут. Поэтому было принято решение перенести на 11 часов. Это был четвертый уже спектакль, спектакль по счету в Кривом Рогу в этот день. Это получается с 18 числа. Сюжет просмотрел четыре спектакля и последний из них заканчивался э, вернее начинался в 11 часов потом там до 12 шел спектакль потом обсуждение где-то это до пол первого это все еще работал но знаете даже самое интересное в этом было не жюри а вот исполнитель там главной роли сергей бельский который кстати у нас получил действительно по результатам всечеславные лучшая мужская роль первого плана э, награду то даже э, Самым показательным было следующее. У него жена, которая работает в театре, и маленький ребенок шестимесячный. И вот жена с шестимесячным ребенком в пол первого ночи в театре на обсуждении. Вот это вот называется настоящая театральная династия и настоящие вот это вот театралы. То есть, дитина с молоком матери. Да все это впитывает. Да, 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 Более того, даже, знаете, на церемонию награждения 28 числа они опять же приехали втроем. Шестимесячным ребенком мы участвовали в церемонии награждения точно так же. Именно так вот, как правило, в театрах вот эти вот э, дети, которые вырастают в театре, они потом в этом же театре и остаются. Потому что тоже Сергей Бельский, это сын Антонины Бельской и... Э, Александра Бельского, основателя театра, и он сейчас, ну скажем так, уже перехватил их инициативу и, в общем-то, где-то становится такой опорой и поддержкой театра, и ведущим актером и режиссером, потому что он и ставит, и играет в спектакли. И, в общем-то, наверное, точно уже видно, кто что будет... Идите да, да. <laughs> Иди, За батьковскими да. стопами. Доброе. Э, насколько я знаю, в складе жюри были изменения, так? Это или нет? Да. Да, были, были изменения, к сожалению, один член жюри, с которым ну, как бы была предварительная договоренность, ну, не смог приехать по причине болезни, и мы сделали замену, но я думаю, что эта замена был, да, новый член жюри Юлий Ефимович Швец, это представитель, скажем так, он сейчас работает в Киеве, сам он выходит из Харькова, заканчивал Харьковский институт культуры, театральный критик, театровед, корреспондент журнала «Кинотеатр», то есть замена была не менее достойная, поэтому я думаю, что от этого уровня, уровень оценки жюри не пострадал. мая Гарбозюк, безмінна голова жюри, так? Я не могу сказать, что совсем без мина. Последние годы, да, потому что фестиваль Святовича имеет 28 лет вот, истории. Ну, и он остальные рак... руки, скажем. Да, так. остальные руки, да. И я считаю, что, кстати, это очень важно, чтобы один или два члена жюри действительно были достаточно постоянными. Почему? Потому что когда они проезжают по всем театрам нашим профессиональным, они сейчас могут сравнивать уровень вот прошлого года, позапрошлого года. И они немаловажную оценку дают. Это театр вырос за последнее время, не вырос, где-то он потерял что-то. То есть когда вот человек первый раз в жизни видит театр, ну, вот он может попасть на хороший спектакль, на плохой спектакль, у него не с чем сравнивать. А когда человек смотрит регулярно спектакли театра, то на самом деле важно, чтобы и новые лица были в жюри и старые. тогда это ну, как бы баланс мнений вот, и это очень важно для профессиональной оценки. И хотелось бы тогда почу думку думку понимаю, понимая,щ росте, кто росте. А в кого ну, думку да, думку да. это вы могли видеть в награжденных в категориях тех, кто действительно получил призы именно эти спектакли именно эти актеры исполнители были оценены по достоинству и ну в общем то лучшая оценка жюри это действительно награды ну давите э, наступное мое запитание как раз и будет вот давите гран при и в выставе лев узимку так До М'яського театру Імені Лесі Українки. Чому саме цю постанову вибрали цього року? А, мені щось таке ну най-най-най. це -най -най. да, класика, это большой класический спектакль з очень правильно вистроєною режисурою і очень хорошими актерськи работами. Опять же, поймітьте одну ситуацію. в принципе, жюри сравнивает ведь те спектакли, которые были представлены именно вот в этом году, именно вот, вот, и вот именно эти. И по сравнению со всеми спектаклями, этот спектакль выглядел лучше, значительнее, солиднее, солиднее увереннее. Поэтому, более того, у нас Каменское ведь не первый год выигрывает и получает гран-при. Они и до этого уже несколько раз получали гран-при, потому что там есть Сергей Чулков, наш Заслужений діяч мистецтва України, він э, чоловік, скажімо так, не молодой театр, создавший школу, актерський ансамбль, достаточно високопрофесіональний человек, тому це і відражається на оценках. Ну, Дійсно, це видно одразу. Приз симпатії від Олександра Шароварова, якщо б ну, можливо б, такий би приз був, кого б ви відзначили. Я на этом лично для меня на этом фестивале был бессомненный фаворит в сценографии. Это вот лучшая сценография была присвоен театр э, Верим метод Гренхальма, э, э, художник спектакля Мария Пашкурова Петренко. Вот я считаю, что вот эта сценография. Я просто приглашаю всех э, жителей Днепра сходить посмотреть. Это действительно стильно, очень необычно, очень красиво и и спектакль хороший, но вот сценография это действительно то, что, например, мне из всего э, фестиваля действительно это было вот очень высокого, хорошего европейского уровня спектакль. Хотел бы почути вашу думку, знаете, с приводу чего? Чи нема зараз, ну, останні роки, скажем так, тенденции поблажило відзначати саме театры периферийных мест региона? Нет, абсолютно нет. Наоборот, я бы сказал, понимаете, там происходит очень много движения того чего вот к сожалению знаете вот привыкли вот Днепр вот мы там uh -huh. самые главные uh -huh. поэтому да мы же академические национальные а на самом деле допустим вот театр Бельских если взять кривой рог ведь сам по себе это уникальный театр театр пластической драмы он вообще единственный на Украине тот фестиваль, который они проводят в том же году, благодаря спилке театральных детей и поддержке Криворожского тогда горосполкома, мимсессия. Это уникальный спектакль, на котором они собирали представителей, приезжали и из Грузии, и из Белоруссии. То есть это уникальный спект уникальный театр с уникальными возможностями и уникальными спектаклями. К сожалению, очень мало людей там были. Вот из Днепра поехать в Кривой Рог посмотреть спектакль, ну все это не, ну это ж, это что-то необычное. Хотя я реально приглашаю, потому что приедьте посмотрите. У них не менее в этом году интересная сказка "Все мыши любят" сыр, это спектакль для детей, я считаю очень высокого уровня и жюри, я так могу уже поделиться, знаете, куларными там. Э, думала, к кому все-таки отдавать первый приз? Либо запорожскому театру танца за балет, в общем-то классический балет, но он поставленный на полупальцах Буратино, или вот спектакль "Все мыши" любятся, выиграл, скажем так, Буратино, просто потому что он получился ну как бы ярче, интереснее, может быть просто музыкальнее, ну, но спектакль того же театра пластической драмы я тоже тоже приглашаю всех посмотреть. Это действительно тоже очень очень хорошая отличная работа, кстати, с отличной сценографией. С, э, я вообще вам должен сказать, что вот к примеру тот же Криворожский театр оборудован так. Как многие театры наши могут сейчас только, ну скажем так, мечтать, Приятно. потому что у них, допустим, в, в ну, вот, задних сцены полностью это проекционный экран с очень высоким качеством разрешения. И те сейчас видеоэффекты, которые используются в спектаклях, создавая там третью реальность, скажем так, они на самом деле очень интересны и немногие, ну наши театры, к сожалению, этого пока позволить не могут в Днепре. Ну, то есть можно ствердживать, что региональные дают фору областным. Скажем так, на они сегодня. конкурируют на равных. На, на равных. На Более того, тот же берем Каменское. Ведь ведущие актеры Каменского сейчас это очень популярные актеры всех современных сериалов украинских, поэтому тоже. Это же тоже уровень, тоже они ведь проходят огромные кастинги. Это повышает, это выгодно и театру, потому что это повышает, скажем так, на узнаваемость. Да, на них идут, это а узнаваемость актера, это популяризирует театр. И вот это вот э, э, симбиоз театра и, и кино и сериалов, да, он тоже позволяет и популяризировать театр и привлекать зрителей. И это тоже интересно, важно и нужно. Якщо підбивати підсумки цьогорічної Січіславної, скільки взагалі робот журі передивилося? 23 спектаклі. Із них 22 входили в конкурсну програму, і один це був внеконкурсний показ студентами нашого коледжу культури спектакля, що він називався, Наше містечко. Так как фестиваль Сечиславна в положениях прописано, что это фестиваль профессиональных театров, мы не можем оценивать студенческую работу наравне с народным, uh, академическим, да, там каким-то театром. Поэтому они шли вне конкурсной программы, но тем не менее показали достаточно интересный спектакль. И э, в качестве, скажем так, поощрения сейчас тем же студентам э, принято решение, так как у нас Днепропетровское отделение межобластное, оно называется, потому что деятельность распространяется на Днепропетровскую и Запорожскую области, мы договорились с Запорожским университетом, там на кафедре театрального искусства, э, которая точно так же воспитывает актеров, то есть такие обменные гастроли между студентами сделать с посещениями в Запорожье театров профессиональных. Ну, это такой маленький приз уже от Союза театральных деятелей управления культуры от Днепропетровской области и Запорожской области. Чем вам лично еще запомнился этот фестиваль 2020? Ну, кроме серьезного сдвига с весны на осень? В принципе, каждый спектакль это событие. Каждое интересное, ну, были, безусловно, интересные работы. Я, в принципе, как говорю, фестиваль достаточно специфический, ведь он не для зрителей. Он больше для жюри и для оценки деятельности театров. Потому что после каждого спектакля ведь жюри обязательно проводит разбор спектакля, то есть дает рецензию, делает. И это в значительной степени помогает держать высокий уровень и поднимать планку наших театров. Поэтому я считаю, что каждый житель Днепра должен теперь сходить на те спектакли, которые были признаны победителями. Посмотреть, действительно ли это так, и, знаете, проверить, прав, прав ли жюри, не право. И для себя сделать оценку: правильно это хорошо, это плохо, ну и вообще не только на спектакле победители. Есть еще те спектакли, которые, в принципе, по каким-то причинам не включаются в программу Усечицлавны, но тем не менее они тоже интересны. И вообще ходите в театр. Это помогает, это очень способствует и в том числе поднять иммунитет. Мабуть останье запитания, а вы уже так трохи натякнули, еще все ж таки плануете на весне. 29 сечеславного делать. И вопрос такой. Подготовка уже распашлась Да, она всегда идет. Ведь подготовка к следующей Сечеславне начинается тогда, когда театры запускают премьеры. И вот, к примеру, э, уже 17 числа, 17 октября очередная премьера будет в Запорожском театре юного зрителя. 10 октября будет премьера Бомжового блюза в театре Горько, он драма и комедии теперь в театре. То есть спектакли и премьеры есть, а соответственно будет и следующая Сячеслава. Самое главное, чтобы пандемия немного отступила. Это да. Адже надо работать для глядача. Так? Да. Да. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну а глядачам дев'ятого каналу нагадаю, що у нас у гостях був Олександр Шароваров, голова Дніпропетровського міжобласного відділення національної спілки театральних діячів України, заслужений працівник культури. Говорили про особливості Січиславни 2020. Я ж дякую всім за увагу. Безпечних вам вихідних і пильнуйте себе.